Олененочек он маленький кушает. Это мы в бобровом заповедничке. Вот такой он красавчик, маленький какой. А где твоя мамка? Не пуганный, а вон мамка кушает. Олененок Бэмби. Все здесь в листиках. Вот тут хорошо. Тоже такие уже пожухлые, озерцо еще рабочее. Но без бобров, конечно. Вот всякие народные сказочные герои. Не знаю, кто это, наверное, дед, но на деда не очень похоже. Золотая рыбка, вот, наверное, бабка с своим корытом. Мы решили прогулятушки, это классно. А что, съездили здесь вообще? Хорошо, воздух какой классный, чисто. Да. Приятно, еще там волки в вольере. И мы пойдем погуляем, подышим свежим воздухом. Может, бобра увидим. По болоту. По болотцу пройдем, да. Все, выходим на Черепахинскую тропу. Так что скоро стемнеет. Если не вернемся, отправим СОС. Все, пошли. А да, уже начинает смеркаться. Сосны скрипят. Жутковато. Ну, зато есть мусорки. Ну, что, нормально поесть. Вначале. Шишек погрызем. Направляемся дальше. Никого нету. Только деревья поваленные лежат. И все, и мы идем одни. Толпа. Ой, тьфу ты. Тропа на 1,5 километра. Вот, к которому мы идем, черепашья. Так что дальше впереди болото будет очень-очень круто и мистически загадочно. Да, все такое темненькое, вот такое. Смотри, как болотце. Как будто там, вот, туда сейчас шагнешь, там деревья. Да, прикольно, кстати. Посмотри, посмотри, какой кайф, иди сюда, вот тут спутай, вот это вот оно, два ствола, вон они, прям, смотри, куда. Ого. Может, мой дать? Да, такое прям отражение. Потрясающе вообще.